Ребята, здарова всем! С вами Квантум и Кратос. И сегодня 15 долбанных гидроключей и 15 гидрокейсов. Так, блин, всем привет! 15 ключей, 15 кейсов. У нас есть надежда на то, что нам выпадут особо редкие перчатки, красное оружие, какой-нибудь аджик или еще что-нибудь. Кстати, кто не в курсе про аджика, посмотрите предыдущие серии. Так, в общем, начинаем наше открытие. Вот ключики-то еще более-менее свежие, новые. И все же еще есть надежда на то, что что-то с них выпадет. Эдаки хорошее, классное. Но главное, чтобы не фиолетовое сразу выпало. Хочешь спойлер? Не хочу. Лучше молчи, я просто открою кейс и... Я тебе ничего не подкрутил, тебе ничего сегодня не выпадет. Стой, хотя бы орбита! Блин. Чего? Блин, орбита сходу выпала. Знаете, предвестник чего это? Это просто предвестник бури того, что нам сегодня ничего не выпадет. Орбита, вот помяните мое слово. Что? Нам главное, чтобы окупить открытие вот сегодняшнее. Вот, а если мы окупим открытие, блин. Даже статрек «Мертвая хватка» нам не доехала. Фак, по-моему, моя версия оказалась реальной. Касательно того, что если выпадает... Что? Ну да, сейчас бы... Что? Зажмотился на скину. Спасибо. What the fuck? Чё сейчас было? Где? Окей, давай... Давай еще раз. У нас открылся. Это, походу, Антон сейчас должен был выпасть особо редкий предмет. Судя по всему, перчатки. Гейб такой. Так, открываем следующий кейс, используем ключик, выбираем предмет. Давай попытаемся выбрать, допустим, аджика нашего. И используем ключ. Так, да вообще великий демон. Давай. Ну почему? Ой, блин. Ты понимаешь, даже следующее оружие, оно синего цвета. Тут такой бесперспективняк. Вот, блин, страдания и боль. Давайте вы поддержите эти страдания. Мертвая хватка, не статрековская. Рублей 100. Поддержали мертвой хваткой. Господи, какой страшный сын. Смотрите, ребят, помните, когда я говорил, что если вначале выпадает что фиолетовое, то это все. За все открытие нам выпало 3 фиолетовых пушки. Это АК-47 орбита, это статрек красный камень, вот этот П-250 и П-90 мертвая хватка. Знаете что, сейчас случилось непоправимое. Я купил, нечаянно купил, вот совсем случайно просто сорвалось. Палец кнопки, я купил еще 10 ключей, 10 кейсов. А, знаете, как сорвалось? Он такой, куплю еще 10 кейсов. Да ладно, тихо, эта история умалчивает. Так что я просто чувствую, что что-то нам должно выпасть. И поэтому я купил еще, ребят, того тоже 25 кейсов. И 25 ключей. Смотри, я подкрутил, и в этих кейсах тебе выпадет 100%. Антон, мне уже начинает это глаз дергать, когда ты говоришь, я подкрутил. Потому что когда ты говоришь, я подкрутил, мне вообще ничего не выпадает. Может, ты ничего трогать не будешь там, Антон. Пусть твой дядя со швабра уйдет оттуда. Да, ну сейчас позвоню, секунду. Красный пролетел! Какая нахрен мертвая хватка? Вы придурки, что ли? Ой, все вы, мать вашу. А посмотрите просто на то, что мне выпало. Вы посмотрите на это. А, вот прям это душу вот греет, нож, да? Вот где нож начинается, вот алоха идет. Вот, орбита, и все, и пошло, поехало. Смотри, в шахматном порядке. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, нафиг это все. Блин, пипец. Ну, конечно, это не очень. Выпало. Ладно, сейчас мы попытаемся окупиться, и мы играем дальше. Ребят, ну что же, мы продолжаем играть на сайте mydrop.ru, и сейчас мы здесь откроем много классных скинов, много классных кейсов и попытаемся окупиться, ибо моя разгневанная душонка просто не может успокоиться после этой тонны синевы. Так, что давай. Же? Давай! У нас есть на балансе 6,83, и мы можем сразу же открыть случайный ножичек. Что скажешь? Открываем случайный ножичек? Или не открываем, или случайная тайна начинаем. Ну смотри, у нас с тобой на ножик действует скидка. У нас с тобой 6. Мы можем сейчас открыть тайное. Если нам оно не окупится, не дай бог, то тогда откроем ножевой. Хорошо, но тогда продадим то, что не окупится. И в любом случае, по идее, должно хватить на ножевой кейс. Так, ребята, творим историю. Давай. И сейчас нам должно выпасть давай. Что-то легендарное, классное, прекрасное. Ибо, как я сказал, моя душа просто... Ура, вот так вот, злая просто. И пусть окупится. Блин, ой, боец, ну какой нафиг боец? Идите вы в жопу с бойцом, он же не окупается. Ладно. Давай, попытаемся все, еще раз, рискнем? Нет! Рискнем, ой, хорошо, я живой, тебя понял. Ты что, дурак? Нам уже на ножевой кейс не хватает, ребят. Если нам сейчас выпадет ствол, который стоит больше 300 рублей, больше 600 рублей, то мы сможем... Дурак. Скажи мне, ты все, и то, все хорошо, все хорошо.
Ну, вот это класс, продавай, мы окупились, продавай, мы окупились продавай, половину. Продавай, идем нож открывать, продавай нож. Нож продаем нож, чантика нож, и нож, идем, нож, ребят, открывать ножичек, случайный ножичек. Здесь только классных, красных, вообще классных, прекрасных ножей. Нет ножей в наличии! Вы серьезно? Я хотел ножи открыть! Охренеть! Верните мне мой чантика. Блин, нужно было сразу посмотреть, что нет кейса в наличии, ножей нет в наличии. Ё-моё! Тайное все мое. Хорошо, открываем случайное тайное. Ну, с ножом меня просто опрокинули сегодня, блин, я так хотел этот нож. Блин, вообще обидно, ребят. Ну да ладно, чё, мы не расстраиваемся, мы открываем дальше кейс, и нам выпадает... Скоростной зверь, по-моему, он стоит больше косаря. Nice, да, nice, отлично. Nice, nice. Так, мы его оставляем, потому что, ну, мы уже окупились. Нам нужно набить скинов на 5 кэсиков, и будет уже жить здорово. Уже будет большой плюс. Открываем случайный засекреченный кейс. Раритетный давай. Кейс. Давай, 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 крутится барабанчик. И пусть нам ход рот пролетел. Блин, поверхностная закалка. Поверхностная закалка, Карл, ты серьезно? 1700 рублей. Охренеть, если у нее еще будет редкий паттерн, если у нее будет рожок весь синий. Ребят, это оружие может стоить больше 50 тысяч, если у нее редкий паттерн. Мы сейчас заберем его в КС-ке, посмотрим, какой у нее вообще паттерн какого качества. На самом деле, это очень редко. Ну, Антон-то на рандоме, понимаешь, просто, хотя может быть, в бот закинули, не заметили. Случайно АК-47. Перчатку. Потом откроем счастливую перчатку. Принеси перчи, выпадут, это вообще будет ор выше гор. О, перчи, вулкан круто, пролетел. Перчи, зашибись, его что-то нам выпадает дерьмецо. Я угадал? Да, я угадал. Смотри, оп-оп-оп-оп-оп. Блин, да, африканская сетка, но это самое днецо. Давай попробуем открыть перчатку. Счастливую перчатку, да, что с нее выпадет. 500 рублей стоит кейс, ребят, ну тут такая серьезная сумма на самом деле. Я думаю, что-то нам хорошее, давай, может быть, выпадет. Что-то откроем, Данил, сейчас что-то выпадет. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, перч... Сайрекс, блин, что сука, тебя... это как? Да, то он окупился за то. Да в смысле, ты видел? Две перчатки. Я видел, я видел. Тайна еще раз открою. И раскрасишь их с баллончика. Да, покрашу их какой-нибудь розовый цвет. Какой-нибудь самые дорогие перчатки. Розовый здесь с голубым. Фиолетовые. Или розовый с фиолетовым. Фиг знает. Сейчас тебе выпадает. Ой, вулкан, надо удар молнии. Вот это вообще шикардос. О, вулкан, круто. Слушай, еще одно такое оружие за косарь. Мы окупились. Просто окупили наш баланс. У нас еще 3000 остается. Мы уже окупились. Плюс сверху остается, ребята. Это очень круто. Слушай, ну по-моему классно. Уже жить-то попроще. Ой, не доехал, я хотел сказать, бой ты, прикинь. Так, где мои ножи? Где, ой, ножи, видите, я так сильно хотел нож, что я уже только думаю о ножах. Что нам выпало, заберем все это. Так, начнем, пожалуй, с поверхностной закалки, забираем ее. Ой, все самое дорогое, смотри, смотри, Я тебе говорю, отправляю. О, ништяк. О, да, получить. Обмазать. Но мне плевать, вы мне все равно дадите мою поверхностную закалку, это мой скин. Так, как будто бы лошадь об асфальт затормозила лицом. Так, принимаем скоростной зверь, мы его забрали, теперь он у нас, да, классненько, у нас еще остается вот эта вот АК-47 поверхностная закалка с ошибкой, которая, ну... Все, забираем. А ну отдай! Отдай мою закалку поверхностную, походу ее нету. Давай вот это, за вулканчик, там вот золотую спираль свою. Я надеюсь, ты за вулканчик сказал, или ты что сказал? Какой за вулканчик? За вулканчик же, или не послышалось, надеюсь? За вулканчик, а слушай, я чуть-чуть послышаться могу. Все, вулкан тоже у нас. За вулканчик! Придурок. За вулканчик выпал нам. Из ножевого кейса, вернее, в CSGO. Ты меня портишь, бля, за лупанчик, пиздец. Я бы не додумался, если ты бы не сказал про... Послышалось. Ты долго думал, кстати. Ребят, ну что же, на этом все. Мы играли на сайте mydrop.ru. Заходите, играйте, ссылки будут в описании. Ну а с вами же был Quantum и Kratos. Подписывайтесь на наши каналы, все ссылки будут в описании. И, ребяточки, ставьте много-много лайков, чтобы мы в следующей серии открыли чисто ножевые кейсы. Все, всем до скорых встреч, всем пока.